Чья это земля? Моя. Глазам не верю. Наш герой вернулся с войны. Правильно сделал, что приехал. В этой земле нашли нефть. А Сейджи – самый прекрасный народ Божьего мира. Они люди мудрые. Сами решают, кому достанется нефть. Сынок, ты как? Женщин любишь? Слаб, что делать? Ну, мы бы породнились с ее семьей. Их нефтяные доходы перетекли бы в наши руки. Шоми Касси. Вот вы кто. Видимо, на языке индейцев это значит чертовски хорош. Эще. Зачем ты здесь? Здесь у меня дядя. Боишься его? Нет, он же золото, а не человек. А Сейджи, их время ушло. Ты должен показать, кто в доме хозяин. Начальство прислало разобраться с убийствами. Мы уже потеряли счет убитым. Обычное невезение. Скорее, какая-то эпидемия, чем невезение. Если Асейдж гибнет от руки врага, он не должен погибнуть один. Зло объяло мое сердце. Не надо бояться. Я не знаю, любишь ты меня еще или нет. Конечно, люблю. Они отняли у меня родных. Она сказала, кого боится больше всех? Делай того, о чем будешь жалеть до конца своих дней.